Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства Запорожья обсуждали на круглом столе, который прошел в классическом частном университете. Его провели при поддержке городского совета и Запорожской государственной областной администрации, что позволило собрать специалистов, представляющих профильные учреждения и организации города и области. Подробнее в следующем сюжете. На круглый стол в КПУ собрались директора большинства коммунальных предприятий Запорожья, а также начальники департаментов и руководители города и области. Считают, сфера ЖКХ – одна из тех отраслей, где необходимо внедрение научных разработок. На этом как раз и специализируются представители классического частного университета. Наши науковцы принимают активную участь зараз в Запорізькій обласній державній адміністрації в розробці стратегії розвитку Запорізької області до 2020 року. І цей захід якраз має практичне спрямування. Участники круглого стола намерены не просто обсудить существующие проблемы ЖКХ города, но и совместно взяться за их решение. Це і фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства, зменшення нераціональних витрат в цій галузі, також соціальний захист незахищених верств населення, оптимізація структури комунальних підприємств. Руководителям підприємств, руководителям виконавчого комітету достатньо складно у виді 7, 8, 9 шаг, извиняюсь за образне враження, підняти голову і дивитися вперед. Із-за тих текущих проблем, які є на сьогодні, нам достатньо складно прогнозувати ближайшее или среднесрочное будущее. И тем не менее наука нам помогает в этом, и мы можем с учетом этого опыта, и в частности классического приватного университета, отработать и среднесрочные городские программы. Одним из таких направлений является программа по созданию ОСМД. Эта форма управления, пока другое еще не придумали, помогает поднять дом на ноги, ну так громко скажем. Но это, конечно, не панацея от всех, да, болезней дома, но тем не менее многие вопросы, проблемные вопросы в доме решаются в части там текущих кровель, и инженерных сетей, и аварийных ситуаций. Многие темы, которые поднимали на круглом столе, являются и темами научных исследований КПУ. Так что встреча с практикующими специалистами поможет учесть в исследованиях нынешнюю деятельность коммунальных предприятий Запорожья.